Доброе утро! А у нас тут, гляньте, снежок даже пошел. Правда, чистить надо только крыши после снега, потому что на земле он не остается. Мы завтракаем с Гришей. Гриша опять яичницу захотел. У меня будет гречка. Мам, просто выбора не было. А, выбора не было? Почему? Был гречка. Это еще хуже. Вот почему выбора не было. Овсянка. Еще хуже. Вот да? Почему выбора не было. Ну, тогда завтракайте. У меня кофе и гречка, естественно. Я сейчас все не съем. Просто была в тарелке со вчерашнего ужина. Доброе утро. Я даже еще не переодевалась. Сколько у нас? 9:20. Позавтракали, родители провели. И сейчас пойду, в общем-то, чем-то заниматься. Нужно подумать о том, что приготовить покушать. Наверное, пюре сделаю. Там куча всего мясного, еще домашняя колбаска и рулетик. Поэтому, наверное, сделаю пюрешечку. И как раз с этим совсем мы доедим. Вот, а сейчас смотрю тут кёрлинг. Мне очень нравится кёрлинг, не знаю, мне прям очень интересно на это смотреть, поэтому смотрю, но правда не наши играют, мне конечно нравится, когда наши, но вообще в принципе смотреть на кёрлинг могу очень долго, хотя многие его вообще не понимают. А, как это круто. Так, пюрешечка варится, ау. Я сейчас пойду чуть накрашусь. Осталось у меня еще 4 пряника, которые вот я вчера все-таки не легла спать, пока не доделала айсинг. И вот такие вот тоже мишутки получились. Так, все, я накрасилась. Сегодня, кстати, иду в парикмахерскую. А, настроение подстричься. Но, блин, что-то тут застряло. Но даже не знаю... Бывает, что я прихожу и потом не хочу подстригаться. В общем, посмотрим. Ну, челку точно уже нужно подстричь. А что вот с этой длиной? Еще пока не знаю. После последнего раза, мне кажется, волосы так отросли. То есть, либо я подстригалась на какую-то там растущую луну, либо просто у Оксаны легкая рука, и все так круто растет. Поэтому вот думаю, что мне делать. Буду смотреть по настроению. Все, сейчас одеваюсь. И иду делать домашние дела. И тут мокрый-мокрый снег. Практически похожий на дождь. До сих пор идет. Так, пюре я сделала. Осталось только помыть теперь плиту, потому что, как всегда, только отойдешь, все выкипело, блин. Сейчас буду этим заниматься. А пока поставила чайник, потому что нужно заварить чай. Включила какую-то аудиокнигу. Ну, какая-то фигня-фигня, если честно, мне не очень. Аудиокниги включаю некоторые. Одна вот до этого была, блин, ну оно там что-то час поговорила, было интересно слушать, но вот это вот что-то не очень. Григорий, давай одеваться. Пап, мне надо Фаберлик же сегодня забрать. Сейчас будем пробовать зельц. Родня сама делала, она сказала, что мясо попереварила. В следующий раз, в общем, как-то там поняла, что надо как правильно, и в следующий раз получше сделать. Но выглядит очень круто. Так, мы выехали с Гришей в школу, и у нас, в общем-то, все как всегда, погода зимняя, можно сказать, но везде лужи. Но снежок все-таки идет. Вот сейчас 12:07, 12:25, у Гриши начинаются уроки. И прям уже не первый раз нам в группе в WhatsApp пишут, чтобы дети рано в школу не приходили. Потому что балуются и мешают первой смене. Поэтому вот ездим прям впритык-впритык. Давай, все, собирай там. И костюм же, все. Ой. Ну и говори тебе пока и уходи. Ну да. Так, сменка. Да сменку прям в пакет туда клади. Да, я сейчас. Телефон. Пакет. Все? Пока. Все, давай, позвонишь, когда все закончится, да. Хорошо? Приехала я до Оксаны в эти красивые люди, который был сейчас, вернее, в баре молодежном находится. Это раньше был первый наш бар, кафе-бар молодежный. Вот это моя стрижка. Конечно. Прикольная. Так это она, слышь,
Слышь, твоя это... Если бы еще бы то, что было. Да, то, что было. Все, да? Такая теперь я. Мне так нравится вообще. Тут вывески нет. Это вывеска «Красивые люди». Так, сейчас еду прянички отвозить, а потом до родителей заеду. Покажу себя новую. Здравствуйте, как тебе прическа, тетя Верна? Ла-ла-ла. Нормально, можно так ходить? Скажи, давай красный цвет. Да, Степа красный. Сказал, что что-то неровно, надо бы подровнять, да? Давайте. Красным? А может, желтым? Да, желтым. Желтым? Давайте лучше зеленым, да? Ага. Точно. Завтра будем зеленым краситься, да? Так, ну что, все, я пряники завезла уже дома. Сейчас хочу быстренько смонтировать видео и напечь блинов, потому что мои мальчики просят блинов. Хочу еще им купить нутелла, побаловать их, потому что она, блин, она такая дорогая. Ну, для меня лично не... В общем, дорогая, поэтому побалую их сегодня, куплю нутелла. И напеку сейчас блинов, сейчас только видео пойду смонтирую. В общем, мне нравится стрижка. Даже если вам не нравится, блин, это волосы. Мне там по поводу того, что я обрезала челку какая-то в прошлый раз еще девушка прям такое написала, что это вообще так ужасно. Ну, блин, это же волосы. Это самое простое, что можно изменить вообще в жизни, мне кажется. И самое дешевое, и самое простое. И то, что потом опять вернется. Поэтому мне нравится. Вот буду тогда вам этой стороной поворачиваться, чтобы вот так вам не было видно. В общем, вот так вот. Меняйте свою жизнь к лучшему. Я уверена, что это к лучшему. И, в общем, пошлите монтировать видео. Кстати, если вам не нравится, не пишите мне этого, не портите мне настроение. Давайте не будем портить друг другу настроение. Просто улыбайтесь и думайте о том, что я бы так не сделала. Вот просто думайте об этом и все. А я так сделала. В общем, все, видео смонтировано. И сейчас готовлю блинчики и хочу еще успеть. Ну, не знаю, успею ли за Фаберликом. Сейчас подумаю. Молоко я немножечко подогрела, 3 яйца. Я делаю всегда нейтральные блины, и не сладкие, и не соленые, поэтому добавляю и щепотку соли, и немножечко сахара. То есть у нас кто-то любит с вареньем блины, а кто-то любит с чем-нибудь солененьким, ну там со сметаной или с чем-нибудь мясным. Так, сейчас хорошо все взболтаю, я никогда ничего не взбиваю, поэтому... Может быть, поэтому у меня блины не получаются, я не знаю, надо ли это все взбивать. В общем, у меня все на глаз, как всегда, молока тоже на глаз, без пропорции. Вот было 3 яйца, добавила 3 яйца, было бы больше, добавила бы больше. Вот, там, было бы там 2, добавила бы 2, в общем, в этот раз 3 яйца, молока немного, сейчас посолю, посахарю. В общем, не знаю, что будет сейчас, как вообще они будут печься. Немножечко дам постоять. Все, добавила муки, но мне кажется, надо немножечко разбавить. Все-таки, на мой взгляд, густовато. Ну, попробуем. Бывает, что постоят и еще расстоятся, еще, по-моему, гуще становится, да, когда постоят. Ну, в общем, сейчас постоит немножечко, а я пока тут все уберу и начну печь, начну, в общем, пробовать. Такой вот первый блинчик получился, представляете, как круто, он такой красивый вообще. Плиту я, конечно, не помыла. Это что я сделала, я чуть-чуть теста сюда налила, чтобы попробовать, удобно ли это или нет, и это прям удобно, вы знаете. И потом доливаю просто по чуть-чуть и распределяю блинчик, но мне кажется, тесто густовато все-таки. Несмотря на то, что я в тесто же еще раскаленное масло. Оно раскалилось, и я его влила на это. Мне кажется, нужно чуть-чуть добавить водички. Так. Я тут переливаю уже все тесто в этот мерный стаканчик. И переворачиваю вот этой штукой для выравнивания тортов этим шпателем. Это родня мне подсказала. Очень, кстати, удобно, потому что он длинный. Оп!
Все круто. Гляньте, как красиво. Я рада. Но воды добавлю все-таки. Хотя вот это, мне кажется, идеально. Это, ну, блинчики не такие уж и толстые. В общем, не знаю. Пока буду печь так, дальше посмотрим. Красавчик. Я не знаю, на камере, наверное, толщину не видно, но мне кажется, вполне себе нормальная толщина. Сейчас буду вытягивать следующий. Вот такие вот блинчики получаются. Я немножко все-таки добавила воды, и они стали заметно тоньше. Вот прям заметно тоньше. Вот, в общем, здорово. Сейчас допеку. Последний блин всегда такой классный. Мне так нравятся всякие разные паучки получаются. Вот такой вот паучок, даже, по-моему, на кого-то похож. Мне кажется, это ножки. Вот глазик, а это какой-то комарик с длинным носом, да? В общем, все, такая вот стопочка блинов. Совсем немножечко было молока, поэтому даже меньше литра. Поэтому достаточно на один раз покушать нам. Сейчас еще позвоню за Фаберлик, узнаю, если сегодня можно забрать, то, наверное, съезжу. Сейчас еще сижу, не посоветуюсь, потому что уже соскучилась за Фаберликом. Нужно полы помыть на кухне, я без Фаберлик вообще никуда, и закончилось это средство для мытья полов, так что сейчас буду узнавать. Так, я уже дома, фонарики уже светятся, потому что смеркалось уже, что называется. Да. Да. Мама, Да, ты что, это чей? Это мой портрет? Да. Обалдеть, похоже? Да. А посмотри теперь на маму, похоже? Да. Фуражка даже. И у папы фуражка. А это мы с папой? А ну-ка покажи. Круть. Красиво у тебя еще будет. Красиво? Угу, очень. Жвачку тебе не надо, это мама купила себе. Спасибо, сынок, портрет супер. А что, вы же начали есть? Довольны? Мама испекла. Пока вас не было, испекла. Блин, а ты что пальцем ешь? Ну давайте садиться, папа тоже еще не кушал. Хорошо, сижу, не кофе. Все, я все приготовила. Блины. У нас будет вот такой вот сырный соус. Купила очень вкусный, именно кальве. Наша стопочка блинов. Нутеллу. Дети тут ее уже начали кушать. И где-то еще сливочный сыр. А вот он, сливочный сыр. Тоже сейчас будем мазать на блинчики. С зеленью взяла сразу. Дашку Галю надо с днем рождения поздравлять. Сказал? И ты будешь поздравлять? Скажи, чтобы вкусные пирожки делала, да? И пышки. Чтобы... И галушки. Чтобы пышки. И давай галушки я громкую связь включу. Алло. Алло. Ты нас слышишь? Наконец-то Афоньке вставили батарейки. А кто тебе вставил, Афонь? Мама, папа. Папа вставил? Да. А как, там некие. Нет батареек? Да. А где они? Папа, вон эти давали. Мы их поставили в свинку Пеппу, да? Да. Вон она работает. Теперь уже она заработала? Да. Молодец. Ты гуляешь, да? Да. Мам. Что вы тут делаете? А что тут Антоше рассказываешь? Что? Что ты ему рассказывал? Да, про дедушку Колю. Я говорю, ты даже не знаешь. Ну ты-то тоже не знал. Я не знал. Угу. Вот каменька. Риш, убери, пожалуйста, телефон с пола. Угу. Так, давай. Слушай, а у тебя где наушники были? А я не знаю, где они. А там, смотри, наверху, я вот сейчас такой. Вот, Каринка, Пеппа бегает. Антошенька, а что вот твой носок вот там вот делает, где кресло? Ты не хочешь и под креслом, ты не хочешь поубирать? Конечно, это всего лишь.
Нет, а вот там внизу под креслом, где пол. Там доги, гуки, мам. А ты вообще собираешься в компьютер идти или нет, сынок? Не хочет. Не хочет в компьютер? Нет, ты, конечно, играй со свинкой Пеппой, но потом, когда мальчики поубирают, ты не говори, что ты будешь в компьютер, хорошо? Нет, ладно, я буду убрать. Давай, вот там вот под креслицем, чтобы убрал, ладно? Ага, да. А там. Угу, достанешь. Так, а у меня опять сегодня пряничный вечер. Самое трудное – это даже не печь пряники и не расписывать их, а придумать, когда вот говорят, ты что-нибудь сделай, ну придумай там сама. Вот это вот самое сложное. Так что я все придумала. Пряники за это время остыли. Сейчас будем делать айсинг. Ну, вернее, я его буду делать и будем расписывать. Так, показываем. Значит, нам пришли фотографии, да? Да. Сейчас я покажу вам фотки. Будем выбирать. Сейчас стих найдем. И Антохе еще дали стих. Значит, здесь фотография вместе с Маргаритой. Тут Афоня. Это вот Афоня наконец-то тоже соизволил сфотографироваться. Это зимняя, да, какая-то была фотосессия. Да. Вот. Это Афоня и Антоша вместе. Ага. А вот просто Антоха. Так что нужно теперь... Я Афоня. Нет, ты один тут. Ты с собакой с какой-то, да? Где? Ну вот. А тут могут и воспитатели были. Да? Фотографировались? Ну, она с детками. Круто. Ты можешь тоже была приехать и там фотографироваться. Ты бы тоже была со мной собакой. Да. Стих. День нашей армии сегодня, сильней ее на свете нет. Привет защитникам народа, российской армии привет. Да? Такой вот стих тебе дали? Да. Давай учить. Ну что, я сделала фон для всех пряников. Получается, что нужно теперь на вот этих, на двух написать. Думаю, что здесь будет 14, а здесь февраля. А здесь сейчас рисунок сделаю. И все. А здесь хочу сделать бабочку, попробовать в витражной технике. Ну, это просто так. Так, вот такие вот человечки получились. Они еще не расписанные. И в шариках хочу сделать витраж. Я не помню, я говорила или нет. Ну, в общем, так мне на ходу это все пришло. Вот, и сейчас буду их расписывать кисточкой. То есть глазки, щечки, все обведу черным, чтобы было выразительно. Влюблённо? Да. Ко мне? Да. Что, со мной спать? Да. Ну, папу пойди спроси. Не важно. А я все выучил. Ты все выучил? Я все выучил. Хорошо, так, все идут спать, да? Уже сколько? Мама, пол одиннадцатого? Мама, да, там я буду, так она, там, ну, когда папа с мамой, такие. Да, мама? Мама, а это папа? Нет, папа. Что? Спокойной ночи. Все, я пряники сделала, завтра привяжу записочки к этим пряничкам. Вот этот вот нужно будет сфотографировать. И все, вот в такой он будет коробочке. Решила не с сердечками, все-таки с цветочком сделать коробочку, да, взять. И все. Завтра будем дарить. В общем-то, все, иду спать. Даже сегодня не до 2 часа ночи, а всего лишь до 12. Сейчас еще поставлю выгружаться видео и отдыхать. А завтра уже день влюбленных. Если честно, мне даже подарков не нужно. Лишь бы мы были вечером все вместе, но завтра у нас выездной день, завтра карате, завтра танцы, поэтому день будет насыщенным. Дети хотят на лед поехать, ну, на вот этот вот фильм, я думаю, вы поняли, его сейчас тоже все рекламируют, а-ля «Движение вверх», я имею в виду реклама, да, началась уже завтра премьера, даже в среду, а не в четверг, обычно все премьеры по четвергам. Вот, надеюсь, что купим билеты, съездим. Может быть, на выходных навряд ли, потому что все же не работает. Ну, не знаю, когда. У нас свободные на неделе только вторник и четверг. Эти выходные, к сожалению, заняты уже работой. А дальше будет видно. Вот, ну, хочется поехать. Антошке особенно хочется. Он любит лед, он любит вообще вот эти все танцы и на льду, и все ему нравится.
Все, в общем, иду спать. Всем до завтра. Про сало хочу сказать, что я вообще не эксперт в этом деле. Сало слила, наверное, третий раз в своей жизни. Может быть, четвертый. Ну, как бы не особо мы этим занимаемся. Обычно нам бабушка Галя дает уже готовое. Вот, ну как делаю я, сейчас быстренько расскажу. Большой кусок сала. Ну, там кто-то мне попросил прям рассказать поподробнее. Вот, там большой кусок сала. Режу на порционные кусочки, которые пролезут в банку. Вот, потом смешиваю в отдельной миске соль и перец. Пропорции не могу сказать, потому что кто любит больше перца, ну, то есть все это на глаз, да. Перемешиваю перец молотый. Чеснок просто зубчиками кладу. Ну, вот кто-то писал уже более, у кого свои способы, да, они на чеснокодавки давят. Вот, в общем, кладу. Я рассказываю, как я делаю. Не знаю, как правильно, неправильно, но уже с помощью экспериментов разных. И в пакете пробовали, и в рассоле даже я когда-то делала, и в мультиварке там как-то. То вот этот способ с чесноком в банке понравился больше всего. В общем, соль смешали с перцем, сало порезали, обмакиваем сало в эту соль с перцем, кладем в банку, подсыпая из этой же миски соли с перцем сверху еще и кидая по несколько зубчиков чеснока на каждый слой. Я не особо утрамбовываю, хотя потом будет полбанки, то есть сало уменьшается. Вот так я сейчас делаю до верха, да, и так укладываю слоями, то есть беру кусочками сала квадратиками, обмакиваю его в соли, все, что прилипло, и в перце. Опять кладу в банку, опять посыпаю сверху солью, чеснок, и вот так до верха. И сверху соли тоже досыпаю. Но вообще банка у меня с солью не полная, вообще не полная. И, в общем, вот такая вот история с салом. И все, закрываю крышкой обычной пластиковой. И все, и ставлю сало недели на две, наверное, может быть, даже на три. Ну, в общем, смотрим мы по готовности. Оно уменьшится, пустит сок, то есть это будет видно, что оно уже там просолилось, поженилось. Вот, теперь точно на сегодня все. Блин, да что ж такое, я темнею. Все, всем до завтра, всем пока. Завтра, кстати, насыщенный день. Ну, как насыщенный, танцы, карате, еще Гришки выступление в школе.